Ты знаешь, сколько людей мы вывезли в лес 2 года? 7 раз больше населения немецкого города Баден-Баден. И ты будешь следующим. Потому что мы самый большой термальный бассейн на Урале. В прекрасном сосновом бору. В этом году Баден-Баден Термоуктус исполняется 2 года. Это уже 4-й комплекс нашей семьи Баден Фэмили. Приятно приходить на работу и понимать, что вы одна команда, что делаете общее дело. Коллектив добрый, отзывчивый. Наверное, такого коллектива еще не было. Это, получается, моя вторая семья Баден-Баден. Мы прекрасно понимаем, что 80% всей работы – это коллектив. У нас очень высокие требования к нашим сотрудникам. Все наши кандидаты проходят очень тщательный отбор. И только после этого они попадают в наш классный коллектив. Отвечаю за правильную, слаженную работу комплекса, за сохранение доброжелательных отношений в коллективе. Если касаемо рабочих моментов, то настроение всегда хорошее. Ну, если это раннее утро и нужно было прийти пораньше, скорее я буду суров. К нам недавно пришла жить кошка. Никто ее не нашел, она пришла сама. Кто-то помыл, кто-то накормил. Все, как всегда, дружный коллектив проявил себя. Наша работа заключается в том, чтобы комплекс безостановочно продолжал работать, чтобы наши гости нежились в тепленькой водичке. Вот что-что, на работу всегда хочется. Дома меня уже просто перестали видеть, я все время на работе. Платят хорошо. Я занимаюсь тем, что разрабатываю новое меню, организовываю полностью работу на кухне. И благодаря мне и моей организации это происходит. Да, Софа, я не могу, это слишком сложно. Да, это слишком сложно. Здесь люди, они прямо стараются, то есть им нравится здесь работать, они стараются что-то постоянно придумать, не сидят на месте. Каждый день всякие смешные случаи, то есть спустился вниз, и мне говорит повар, там у него фритюр, да, не работает один. Причина вся была в том, что он просто не воткнул его в розетку, то есть, да. Тогда кажется, если ты не придешь, тут просто все сгорит, да. Я случайно сжег шампиньоны, которые готовил для нас наш директор. Я су-шеф кафе «Баден-Баден». Слежу за тем, чтобы гости были сыты и довольны. Да, я постоянно вношу инновации в кафе. Предлагаю здесь включить детские мастер-классы. Уже проводили новые блюда. Также прорабатываем вместе с шеф-поваром. Принцип довольного гостя. Вот чего я придерживаюсь. Я думаю, что каждый находится на своем месте. Работа юриста не скучная, абсолютно. Каждый день какие-то нюансы, что-то происходит. С чем-то приходится сталкиваться. Кто или что заряжает вас на работу? Это моя супруга, Бичурина Римма Рафаиловна. Административный персонал, клининг, технический персонал, то есть слежу за их работой. Каждое утро меня заряжает на работу, собирает, заряжает, говорит, давай, иди работай. Меня зовут Аваз Амираев, я здесь, получается, руководитель отдела клининга. У меня должен отвечать весь комплекс чистоты и навести всегда порядок. Я приеду всегда, настроение у меня будет хорошее с утра, основное.
Когда я сюда устроился 2 года назад, я нечаянно зашел в женскую раздевалку. Соня, что ты тут делаешь? Это я, как маркетолог, обязана лично протестировать каждую нашу услугу. Это, конечно, очень тяжело. С утра я ем вкусную кашу, сырники. В обед я тестирую новый суп с креветками. На ужин у меня, как правило, нежная рыбка. Как вы развлекаетесь всем коллективом? На самом деле мы действительно очень любим отдыхать. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Для кого-то это занятие спортом. Кто купается, кто по горам. Плавание в бассейны. Катаемся на сноубордах, горных лыжах. У нас бывают корпоративы проходим, купаются. В основном за здоровый образ жизни здесь все. Одно из наших главных достижений – это бесценная награда от портала Е1, завоеванная нами в 2019 году. По мнению наших гостей, жителей и гостей нашего города, мы стали лучшим банным и спа-комплексом, за что мы безмерно благодарны. Мы были первыми, мы остаемся лучшими. Мы законодатели термальной моды на Урале. И конкурентам нас не догнать. Конкурентам нас не догнать. Через 5 лет здесь будет что-то. Просто мега. Учитывая, как здесь устроится, мне кажется, тут уже полгорода построится через 5 лет. В скором времени у нас будет гостиничный комплекс, банный комплекс. А через 15 это уже будет Баден-Баден город, наверное. Яркий индикатор нашей работы. Если гость доволен, значит, мы делаем ее хорошо. Это помогает. Вообще, в принципе, мы зарабатываем как бы благодаря гостям. То есть, если они не будут к нам ходить, то мы и не будем зарабатывать. Здесь сколько сотрудников, они кормят свою семью. У меня 3 детей. Они мне всегда звонят, говорят: «О, папа, ты лучше, ты хороший, ты сможешь, ты делаешь этого». И после этого у меня всегда появится энергия. Я набросала несколько слов. Я немножко тут подготовил. Можно я их прочитаю? Сегодня нашей компании исполняется 2 года. Все это время наш дружный коллектив трудился и успешно покорял новые вершины. Желаю вам, чтобы ваш труд был всегда по достоинству оценен. Желаю успехов вам во всех ваших начинаниях. Желаю хороших идей. Желаю вам, конечно же, счастья. Чтобы наш коллектив стал командой, крепкой командой. Никогда не уставайте. Что-то не так. Да все отлично. Нет, не так. Мне очень нравится одно высказывание. Репутация зарабатывается всю жизнь, но может сгореть за один день. Чаще думайте об этом. И помните, мест в лесу еще много.